Давайте попробуем. Кто знает слова, может быть, такое. Эй. Припев этой песни написал Юрий Михайлович Казета. Делать. Я сейчас расскажу, поехали. Петь про то, что город развивается. Вот ты видел гороховое поле? Ну, гороховое поле. Вот, видел. Давай про гороховое поле. Ну, давай. На гороховом поле скоро будет ЖК. На гороховом поле можно встретить быка. Скоро будет там спорткомплекс новый. На гороховом поле гуляют коровы. Мы с тобой разные гороховое поле видели. Ну, потом они будут гулять. Ладно, давайте дальше. Половина магаданцев работает в одной сфере. И это знает все предметы. Цифры нет, но каждый второй, по крайней мере, является водителем автолиги. Да? В Магадане скоро будет новый аэропорт. Там будут залы современного типажа. Но вот один момент волнует народ. Перестанет ли быть пыткой выдача багажа? Это правда. Самый культурный город на планете Магадан. Все интеллигенты, спроси любого. Тут полно поэтов и историков. Ага, особенно любители Павла и Марка Второго. Ну, поняли, Павел, Марк Второй, типа, Пашок, Марк Два. Магадан был, есть и будет.
спасибо, что пришли. Надеемся, что это станет замечательной летней традицией. Итак, смотрите, друзья, сейчас по поводу огненно-светового шоу. На сцене...